Большая, пришли только чтобы посмотреть на Александра Апта. Знаете, после мужчин, после выступлений мужчин, пустеют трибуны. Специально для Гран-при новый показательный номер. Первый вопрос, который можно задать, увидев его на показательных выступлениях именно в этот момент, это: а почему он четвертый-то? Ответ очень простой. Есть у Александра несколько неприятностей, которые портят ему жизнь, можно сказать. Несколько травм недолеченных. Сейчас вот будет чемпионат мира, и потом межсезонье, и там нужно будет еще немножечко подлечиться. А вот и Евгений Плющенко уже пришел, не торопясь, время еще есть, еще будет перерыв. Алексей Николаевич рядом, ни на секунду не бросает своего любимца. Вика Волчкова все здесь. Ну вот Александру, в общем, нужно, конечно, время для того, чтобы привести себя обратно в форму и еще покататься, еще нас порадовать. Но по его виду сейчас не догадаться, да, что у него проблемы, правда? Потому что это показательно, это особый вид программы, это даже не соревнование, куда можно прийти с таким суровым лицом, прикрыться собранностью. Нет, здесь он ваш, дорогие болельщики. Показательных выступлений.